Привет, друзья! Меня зовут Асей Василий, и в этом видео я хочу не то что ответить на вопрос. Пользователь задал, как помогите продвижением сайта. По факту человек пишет уникальные, интересные, читабельные статьи, но он не знает, каким образом оптимизировать их под органическую выдачу, под SEO, начать получать трафик. По факту, да, хорошо, вы начали писать статьи. Уникальные, экспертные, интересные, читабельные. Чего же здесь не хватает для того, чтобы начать по-настоящему получать трафик с поиска? По факту вам нужно определиться с ключевыми запросами, под которые вы пишете данные статьи, по которым вы будете продвигаться. По этим запросам вы должны выявить частотность. Частотность — это условное количество раз, которые люди запрашивают их выдачи, там того же Яндекса. Допустим, какой-то запрос они могут запрашивать 1000 или 2000 раз в месяц. Это можно посмотреть через сервис Яндекс Wordstat. Ссылку на него я оставлю под этим видео. Но помимо того, что вы собрали ключевые запросы, что нужно, чтобы ваша статья продвигалась и занимала топовые позиции, вы должны проанализировать конкурентов. Вы берете эти ключевые запросы, вбиваете выдачи, смотрите топ-20 ваших конкурентов, которые размещают похожий контент, и оцениваете их статьи. Смотрите, насколько они информативно ответили. Есть ли у них картинки, оглавления, видео или какие-то дополнительные элементы. Ваша задача — сделать вашу статью лучше, чем у них. А также вы должны косвенно оценить, насколько это большой ресурс, насколько он имеет большой вес и сколько на него ссылается внешних ресурсов, то есть насколько он авторитетный. После того, когда у вас появилась такая таблица с оценкой, вы видите статьи, вы их оценили там по ряду показателей, вы создаете контент под ключевые запросы, которые лучше, чем у конкурентов. Такой контент имеет больше перспектив занять высокие позиции. После всего этого, когда у вас появился контент, нужно заниматься гостевым постингом и размещением контента на внешних ресурсах, чтобы получить дополнительный вес для вашего ресурса. Вы создаете также уникальный, интересный, читабельный контент, подбираете площадки, схожие с вашей по тематике, имеющие большой вес и имеющие вашу целевую аудиторию, и размещаете там контент, даете ссылку на ваш ресурс. Тем самым получаете вес того ресурса, дополнительный трафик на ваш ресурс, что помогает вам продвигаться. Но помимо всего этого, вы можете использовать такие ресурсы, как Яндекс.Кью, Яндекс.Дзен и другие сервисы, где вы можете также размещать ваш контент и получать трафик на ваш ресурс, тем самым его продвигать. Ну и, конечно же, анализировать результаты, смотреть, какая динамика. Пробуйте, публикуйте контент и поймите один момент, только очень важный. Чтобы продвинуть ресурс, для этого требуется определенное количество времени. Берите запас там условно 3-6 месяцев, смотрите за динамикой. Если динамика положительная, ключевые запросы появляются в выдаче, вы начинаете собирать трафик, и трафик растет, значит, вы делаете все правильно. Вам желаю успешного продвижения. Если вам понравился мой ответ, то поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал. Вам спасибо за внимание, пока!